Давайте мы с вами приготовим вот такой меренговый рулет. Белки отделяем от желтков и взбиваем до устойчивой пены. Затем всыпаем половину сахара, взбиваем пару минут, затем оставшийся сахар и взбиваем вот такой блестящей устойчивой массы. Вмешиваем кукурузный крахмал, отсаживаем на противень. Легче всего это делать кондитерским мешком. Разравниваем вверх и отправляем в духовку печься при 160 градусах около 25 минут вот до такой корочки. Для крема смешиваем взбитые сливки с маскарпоне, смешанные с сахарной пудрой. Распределяем крем по коржику, затем ягодки и сворачиваем рулетик. Отправляем всю эту прелесть теперь в холодильник пропитаться. Украшаем по желанию и наслаждаемся.